До Масленицы еще далеко, а главная площадь города полна народу. Музыка, улыбки и хорошее настроение вокруг – явные предвестники праздника. Администрация города Слободского проводит фестиваль городской среды «Выходи гулять». Такие фестивали проходят на территории всей России, и стартовали они с декабря и продлятся по апрель. Это мероприятие позиционирует государственную программу, приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Слободской в этой программе с 2017 года. Всего за несколько лет, благодаря участию в этом проекте, удалось отремонтировать множество дворовых территорий, благоустроить их. Кроме того, преобразились и общественное пространство нашего города. На все это в рамках формирования комфортной городской среды дополнительно в местный бюджет было привлечено около 30 миллионов рублей. В текущем году наш город продолжает участие в программе формирования комфортной городской среды, но выходит за пределы регионального уровня. Слободской вновь участвует во всероссийском конкурсе малых городов с проектом «Соборная площадь». И в этот день горожанам было предложено поддержать проект своеобразным флешмобом. Идея провести флешмоб «Соборная площадь» родилась для того, чтобы придать статус народного нашему проекту. Побить Татарстан финансами мы не можем, будем добивать народные идеи. Итогом должен стать клип, и итогом должны стать красивые фотографии, которые будут украшением проекта, потому что проект – это и текстовая часть, и там фотографии яркие, они тоже будут обращать на себя внимание. Когда я в прошлом году принимала участие в очной защите, там была презентация. Конечно, я показывала фотографии с наших общегородских праздников, но если у нас получится еще и клип, то это будет здорово. О проекте «Соборная площадь» много говорилось. Это прежде всего благоустройство самой площади, но далеко не только ее. Проект нужный, важный для нашего города, а потому идея флешмоба многим пришлась по душе. Я сопровождаю детей лицея. Нам было интересно поучаствовать в этой акции, потому что мы живем в родном городе и, конечно, хотим, чтобы о нашем городе знали все. Но стала я буквой города Слободского со всеми жителями сегодня солидарна в том, что о нашем городе должны знать все. Это у нас какой-то даже памятный день, праздник. Сегодня принимают участие, наверное, около 100 лицеистов из разных классов, потому что после объявления акции практически все, кто мог, пожелали поучаствовать в ней. Это очень важно. Как бы это нужно, не то что важно, это нужно делать что-то для города, и чтобы привлекать средства, чтобы город наш становился лучше и краше. Сверху вас снимает камера! Итак, наша история, наш кадр, руки, улыбка, радость, стоп-кадр! Сняться в клипе смогли все желающие. Кто-то пришел организованно, другие не прошли мимо и заняли свои места на городской площади, чтобы в итоге получилась надпись «Слободской, Соборная площадь». Она хорошо читалась с колокольни. Клипа специально сделали ремикс на песню о Слободском. Помимо стационарных камер на площади, съемка велась с колокольни и двумя квадрокоптерами. Так что кадры клипа обещают быть яркими и запоминающимися.